Чемпионатом и первенством области открыли новый сезон на домашнем льду омские шорт-трекисты. На дистанции соревнований в спортивно-концертном комплексе Виктора Блинова вышло около 100 спортсменов, представители областной СДЮШОР и отделения шорт-трека города Тары. Успехи лидеров региона в этом виде спорта, добротная материально-техническая база, внимание и поддержка областного министерства спорта – все эти факторы позволяют ежегодно привлекать к здоровому образу жизни сотни юных омичей. Вот и сейчас на старте первенства области самые маленькие. Сейчас очень мало таких видов спорта, таких детских спортивных школ, чтобы предлагали занятия в таком шикарном дворце с формой, с коньками заниматься. Поэтому идут. Для начинающих спортсменов первые в жизни соревнования – своеобразная разведка. А вот взрослые ребята уже претендуют на серьезные успехи. В настоящее время тренеры формируют сборную области юношей и девушек старшего и среднего возраста для участия в территориальном первенстве России в Новоуральске Свердловской области. По итогам зональных соревнований омичи отправятся на первенство России, где поборются за путевки на юношеские Олимпийские игры в Инсбурге. На первенстве России будет отбор. Последний уже окончательный. Я считаю, что у нас есть ребята, которые способны отобраться в сборную команды страны во всех возрастах и достойно представить нашу страну за рубежом. Красивый вид спорта. Я хочу быть чемпионом. Чемпионом чего? А всего? Побегать можно, посоревноваться с кем. Скоростной то, что он вид. Попасть на Олимпийские игры. Выиграть Олимпийские игры.